Выступление команды из Армении на танковом биатлоне на армейских играх в России сложно оценивать. Экипаж из Армении выступил крайне слабо, заняв в своей группе последнее место, а в общем рейтинге скромное 9-е. Самое интересное, Министерство обороны Армении не рискнуло публиковать эту информацию. Но армянские СМИ сегодня продолжают издеваться над своими танковыми профессионалами. Не уступают им и пользователи соцсетей. А комментировать действительно есть что. Например, во время одного из состязаний армянский танк чуть не перевернулся. А другой экипаж вообще протаранил машину соперника. Как пишут российские СМИ, танк под управлением военных Армении на полном ходу протаранил боевую машину экипажа из Лаоса. Танкисты при этом не пострадали. На кадрах видно, что удар пришелся в заднюю часть синего танка лаосского экипажа. А у армянского танка были видны полученные повреждения. А кто виноват в этой ситуации? Экипаж Армении был виноват. Напомним, что армянские танкисты своим в кавычках мастерством уже попали в анналы соревнований. В ходе тренировки в 2014 году на крутом повороте трассы армянский экипаж не только не вписался в поворот, танк занесло и выбросило с трассы. В итоге он перевернулся. Этот эпизод вошел в историю танковых соревнований, получив издевательское название «Армянский поворот». Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.